Какого красивого цвета сумочки, яркого. Если носить вот сумочку на поясе, то только в комплекте с сумочкой через плечо. Мне кажется, это идеально. По-другому, не знаю, мне не нравится. А, смотрите, здесь Guess, какой большой выбор сумок, больше, чем в самом магазине. В общем, мы находимся, это Бойнер. А, Бойнер, здесь есть разные фирмы, здесь вы можете купить от обуви, сумок, в общем, от аксессуары, вещи, верхняя одежда, детская, взрослая, мужская. В общем, здесь, в этом магазине, можно найти все. Больше хороших сумочек нету. Так, мы сюда пришли посмотреть Тайланд. Мы с мужем пришли посмотреть Тайланд обувь. Смотрите, какие красивые ботинки Skechers. Вообще, Тайланд нога растет неимоверно быстро. Все эти, все, что мы покупали, вот такого типа, да, у нас были. Все уже маленькое, все нужно отдать. Так, у нас Skechers пока скидок нет. Надо подождем скидкой, к лету я обязательно куплю. Мне очень нравится эта фирма, потому что у них, видите, все такое яркое. Я люблю яркое. Кстати, у меня Таиланд тоже любит яркое. Что-то черное я ему предложила один раз. Он говорит, фу, говорит, я это не одену, потому что это черное. Обувь для принцесс. Не знаю, когда прохожу мимо этой девочки, одежды, обувь, как-то все равно обращаю всегда внимание. Такие милые сапожки, правда. Это, значит, коллекция, это подешевле. Тоже яркое, но, вы знаете, очень-очень тяжелая обувь. Сейчас Таиланд вообще я хочу набрать, знаете, такие с длинным рукавом, типа ти-шорт с длинным рукавом. Ярких каких-нибудь цветов, чтобы можно было и так носить, и в то же время надеть под кофту, под школьную кофту еще. Смотрите, какое я тут платье нашла. Я говорю, мимо детского отдела для девочек пройти не могу. Прям такое модное, да, с перьями на рукавах. На летний сейчас скидка, но не осталось вообще Таиланд размеров, именно очень сложно найти. Вот Таиланду я заменила шапочку, у него есть одна очень красивая такая, просто чисто такая строго вязаная в коричневом цвете. Ну, вот здесь вот есть вот такой набор. Я вот думаю, просто на шейку, вот мне нравится, что вот он такой ярко-желтый. Вообще куртку мы, по-моему, покупали с вами, да? Я ему сразу несколько курток. Я покупала ему и кожаную куртку купила. Ой, а здесь такая приятная ткань вот на этой шапочке. В общем, купила ему и кожаную куртку. Также куртку купила я ему Tommy Hilfiger, по-моему. В общем, шапочку еще вот такую тоже, какую-нибудь, знаете, наверное, синего цвета, красного. Ну, красного, мне кажется, он не оденет, он тоже такой избирательный. Вот то, что я подобрала, но я думаю, наверное, подождем. Может быть, будет что-то еще интереснее. На шапочек, конечно, скидок нету, потому что сейчас самый-самый сезон. Вот выбор. Выбор не такой большой. Обычно шапочек выбор всегда в два раза больше. Мне вот это понравилось. Здесь написано, что это что-то шапочка как будто маленькая кажется, но размер написан гораздо больше, чем нужен Таиланд. Да, это на 8-10. Еще нам девочка предложила вот эту шапочку, но такая у нас дома есть. Вообще нам это дали в бизнес-классе. Один раз этот он летел с папой. Turkaway Larry. Вот такая шапочка. Вот я знаю, что Jordan очень хорошая обувь. Вот высокие кроссовки, за которыми я все время гоняюсь. Но я что-то никогда не замечала, что еще и выпускают и модели одежды, да, есть тоже Jordan. Смотрите, какие классные. Я хочу Таиланду купить вот такой вот костюм. Но я думаю, что, может быть, еще заехать в Nike, у них там тоже есть скидки, там могут быть больше. Вот мне синенький, конечно, очень понравился. Вообще, я всегда стараюсь ждать, если я знаю, что вещь быстро купится, и она какая-то очень красивая, я могу не ждать скидки. Но вообще, когда покупаю любую вещь, я стараюсь дождаться хотя бы первых скидок, потому что иногда потом следующая скидка может быть дольше, и в конце зимы покупать какую-то вещь, в общем-то, не стоит, да, хочется ее носить здесь и сейчас. Поэтому при первых скидках, как правило, там 30% я уже беру, если я понимаю, что эти вещи дальше не имеет смысла ждать.
Ну, кто же может пройти мимо аксессуаров дома? Мне понравились эти рыбки. И вот, если у вас позволяет дизайн, то можно, конечно же, и в спальню поставить. То есть все зависит от дизайна вашей квартиры. Столик. Я хотела бы свой заменить, но у меня как-то объемнее такой вот стол, для которого завтрак в постели. У меня получше. Мне очень нравятся вот эти вот пуфики для детской комнаты. Они такие милые. Вот тут есть слоники, есть... Ну, Таиланд, конечно, уже из-за этого вырос, но вообще для дизайна, конечно, детская. Если у вас маленький ребенок, ой, какие они все милейшие, все улыбаются. Ну, вообще, аксессуары... Кстати, вот в Бойнер можно брать аксессуары. Я здесь брала свои вазы, которые не разбиваются. Потом столики. Здесь бывают очень интересные аксессуары. Ну, а вообще, конечно, аксессуары, это карача мне нравится. Ну, и так далее. Это магазин, спортивный магазин для людей, любящих, ведущих активный образ жизни. Здесь вы себе можете приобрести, если вы лазите по горам, то здесь теплую одежду, минус там неизвестно какой температуре, вы можете не замерзнуть. Здесь собраны самые лучшие марки. Я сюда зашла посмотреть. Вообще муж у меня сейчас хочет купить две кофточки себе. Мы сейчас ему купим. И моя дочь просила посмотреть куртку. Она хочет в Колумбии именно куртку себе приобрести. Ой, а такой самокат, смотрите, как в Таиланде до сих пор продается.